Все, давай, исторический момент, принимай. Ах, кайф. Так это можно на фотошопе сделать, мне ради этого не надо. Шикарно. Просто, Арсен, ты не представляешь мои эмоции. Еще не начал играть в Warface, отлично, сейчас ты сможешь начать играть с огромной кучей доната, випками и другими бонусами. Просто зарегистрируйся по первой ссылке в описании, открой одну бесплатную золотую коробку, забери награды с нее и заходи нагибать всех. Потому что далеко не все начинают играть с бонусами, у тебя будут отличные шансы нагнуть всех и получить отличные эмоции от игры. А со временем ты также откроешь себе кучу крутых пушек и накопишь много варбаксов, на что тоже сможешь купить крутые пушки. Также я оставлю в описании ссылку с гайдом, как после регистрации по этой ссылке получить халявный VIP-ускоритель и другой донат. Удачи! Миша, нужно как бы нужно молодых людей попросить поставить мне 50 тысяч лайков. Давай. Поставьте ему 50 тысяч лайков, я приду на стрим, побрею голову. Давай. Да, это бред. Не переживай, Миша, я покажу нарезку там, что мы выиграли с тобой, понимаешь? Вообще не переживай насчет этого повода. Сейчас очень мы главное. Переживаю. Как мы нагнули человека, да. Человека со стандартной М-кой, как мы нагнули, понимаешь, это все должны видеть. Ой, ёпта, а с чем это они, нихера себе, что это за мощное оружие? Это что такое, это какое? Макпул. Ой, блин, ну все, ну это жесть, вы его щуапнули, я уже боюсь выходить. Серега, он... Все, рачел. А, блин, я рачелу слил. Не, все, на него лучше вообще не выходи, это профессионал, победитель опасно, всех опенкапов. Это, кстати, слева, не шу... Слева. Это, кстати, не шутки. Он мину, походу, поставил. Не поставил. Да ну что такое? Да как ты, ты чё... Команда называется, понятно, вот что вам. Какая это вы команда? Я с Михаилом Хаймзон. Я с Михаилом Хаймзон за счет победы. Саня и Арсен. Блин, я только Арсена убиваю, потому что его, блин, любой ребенок. Да, я на лоса даже не хочу ходить тут. Я тоже, давай просто на Арсене фармиться и все, в принципе. Все, Арсен, выходи на нас, мы тебя пофармим. Серега, стой закрыто. Да вы гоните! Да он вообще, он бомж, Миша, его перестрелять вообще, не знаю, любой ребенок сможет. Он, знаешь, как маленький-маленький ребенок. Я вас буду фармить сейчас. О, на тебя отвлекся, красава. Все, вообще хорош. Че, все, погнали в респу, короче, Арсена фармить. Все, тактика. У вас не получится, я буду вас сейчас нагибать. А, кстати, Натали с ними стреляться. У них, если Макпул, это вообще... Это изи вин. Я не среагировал на Мишу. Он сидит в углу. Миша, зачем ты его разишь? У него же макпул. Сори. Я за... У него скорпион. Так это у него, да, у него скорпион, как будто он со стандартной призов играет. Забей вообще. На него вообще не обращай внимания. Ой, не, ну он вообще хелпует его вообще жестко, Миша. Нам с тобой тоже так научиться надо играть. Он я тебя хелпанул, алё. Все, красавчик. На него вообще не обращай внимания. Вы там сильно апнули этот макпул? То я его один раз брал, он все равно каким-то мне не особо... Боже, что за преф, алё? Слева. Так вот. Не, ну он лучше что. Да он с респи, сука, не выйдет. Миша, иди сюда, смотри. Мина ставь. Хорошо, давай, иди сюда, смотри. Блять, ну и за стеной, ну алё, ну что за херь? Похоже, танцор хороший папа, знаешь? Помоги, хорош! Вообще, мы с тобой идеальная. Вот как ты говорил, идеальная двойка, мы с тобой реально идеальная двойка. Вообще не поспоришь. Чё вы там идеально, блядь? Прям идеально. Будешь двойная двойка. Ой, да блять! Он меня так же байтил на мины, на РМ-ка. Да блять, он хилпует! Я бить не могу. Я ему вообще ничего не снял, да. Миша, блин, на своих минах, если не подрывался, мы, блин, выиграли бы. Мы так выиграем, не ссы. Все, давай. Говорю, тупо Арсена фармим, и все, и в принципе на этом победа. Он 3-7 сделал, позорище. Хорош, все. Бля, чё за преф, откуда админы так играть умеют, и продюсеры, и прочие? Они же не все не умеют играть. Чувак, это король 21 лиги называется. Ну. Ой-ой-ой, у них ВХ, Миша, запаних. Блин, нельзя близко подходить, забыл. Чё за мины, гоните что ли, алло? Под домой, блин. Да чё за дичь, чё за мины, вы гоните? Алло, мы инженеры. Ты что, значит, спот будет с минами, что ли? Это мы просто лучшая команда на планете. Ну, типа, Миша вообще не ссыться, жать. Ну, выходи... Ой, Арсен застал со мной стреляться, но это просто жопа. Мы в респе... Ну, правильно, кстати, да. Пусть сыт дальше. Ладно, давай с тобой двигаться. Иди сюда. Погнали. Давай сюда, погнали. Не, вот сюда вот. Думаешь? Давай. Это мои, это... Ты гонишь, это мои. Док!
Саня, это мой был. Блин. А что ты взял эту пуху-то не ту? А мы не договорились, что тут вам жевать нельзя. Да-да-да. Ну чё ты, блин, умный, конечно. Миша, давай хелпуй, ну сейчас же зарашно, насра... Ой, блин, я Себастьяна даю. Ну у меня Арсен перестрелял, изи, это вообще просто. Позор, блин. Это изи, это изи просто называется. Блин, Миша, два фрага, надо их вообще не выходить из респы. Все, красава. Все, ну все, вот это вообще убиваю, вообще без проблем. Ну, остальные ставь ты мину, ну Михаил Хамзон, ты выиграл, что хочешь, то делай. Ты-то зачем так делаешь? Давай, Миша, давай. Блин, их там двое. Минус, Миша, просто на изи. Их там двое. Да ладно. О, Саня, 360 ноускоп мне хотел дать. А чё ты не взрывал? Сука, опять мина, вы гоните что ли? Вы чё, минные вдвоём или чё? Ты сам, сука, а смотри, видел, он пацаны, сам минус ставил? Пацаны, кто видел, что Михаил Хамзон нарушает правила? Пацаны, плюс чат. Просто плюс чат, правил. Кто это видел. Пацаны, вот вы видели правила, просто блин, плюс тут чат. Блин, справа, хорош. Вообще просто идеальная двойка. Я прям вообще, команды лучше, чем Михаил Хамзон и МС Серега не видел. Вообще никогда в жизни. Миша, давай. Главное, ты понял, да, так, типа, забираешь одного и, в принципе, все. Это вообще на всех классах-то, красава. Прикрываю. Когда Михаил Хамзон кого-то убивает, это вызывает море вопросов. Блин, второго не забрал, что за урод, а? Апнули, может не апнули, а сократили у нее дома? Не, реально апнули, она хуже была. Чего? А что это вообще он мне повесил? Это что такое? Это что за вообще такое? Ты где так научился, бля? У страйчика? А что ты пизнишь, бля? Блин, ну, мой красавчик. 4-6. Санёк, давай потеть. В смысле мы так проигрываем уже? Чё, шапку вам поставлю? О, нет, это... Эй, Серёг, уходи! Это не тот был, я думал, это Арсен, нельзя переживать, блин, а это вообще не тот человек. Таурус вообще ваншотит? Ой, фу, R8, он хоть когда ваншотит в голод на каких дистанциях? Да, чё? Ваншотит? Стопудово. Она не обходит. О, блин, мин по КД здесь ставит. На обходились голубки, блин. По КД ставит там мину. Чуваки, никто ничего не понимает, все и так думают, что я разработчик, поэтому мне тоже можно. Они же на респе на наши мины ставят. Хреновая граната, на самом деле. Помоги, хорош! Еще. Нет! Где еще? Вообще не там! Говорит, еще, блин! Давай пятюню, брат, мы хоть чуть-чуть даем ему отход. Не, я на... Не, там все, на центре Арсена, Арсен на центре. Я не боюсь его вообще. Саня, короче, я показываю, что я там, ты выходишь за место меня и лицем бьешь, это тактика новая. Это, кстати, нормальная тактика, единственная тактика, по которой вы хоть нас немного можете выиграть. Да чё вы сидите? Давайте выходите, блин, профессионал. Там мина! Найс инфа! Ой, Арсен, блин, помоги! Ой, блин, как я не успел развернуться, хорош Санёк. Лос у меня, он целый. Ай, целый, хорош, блин, целый. Саня, брат, что ты творишь? На Скорпион подобрал, блядь, и творит, чё ещё поделать? Да, мы играем нормальными пухами. Мы играем с нормальными пухами, а вы как, не знаю кто, нарушаете правила. Наши же правила нарушаете, блин. Да что ты, да положи, блин, профессионал. Ну все, нам хана. Он Скорпион подобрал. Он подобрал Скорпион, он чемпионат мира выиграл, это все, это габелло. Это мы наигрались. Скорпионом мира. Вон, на фул. Ну я, ну как на фул, как он лег, в смысле, как он лег и попал? Шламит, блин. Миша, пофикси. Ну что это такое? Миша, пофикси. Лоса пофиксить? Надо ему руки сломать. Надо руки сломать. На фул. Ай, блин! Все, убили. Иди отсюда, профессионал, блин. Чуть-чуть не добил, брат. Все, надо... Затащи меня на дно. Надо... 4-2, ты на один фраг лучше, чем я играю. Не, смотри, надо просто не давать ему золотой скорпион подобрать, потому что это все, это профессионал Warface. Блин, это двоих выскочил. Ты вообще никого не убил. Там же. Лох, просто! Сзади. Просто лох!
полный крест, Миша, 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 полный крест. Брат, давай, хелпуй, хелпуй. Хелпуй, брат, хелпуй. Хорош! Ой, Миша, ну, ну идеальная команда, ой, ну вообще. Блин, я так не потел на лане, как с вами, пацаны. Он там же, там же. Просто вообще, что за команда прям вообще жесткая? У меня 50 секунд, чувак. Откуда? На тебя идет, на тебя идет, на тебя идет. Я полный крест ему дал. Не дай ему зарегаться. Он мину под себя ставит. Не, регенится. Ай, ну. Хорош, Саня, 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 тикай, 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 тикай. Все, 4 фрага. Миша, Миша, сидим, сидим. Все. Ни хера не сидим, выходим. Мы выходим и убиваем. Ну ты тащишь нашу команду на дно, Миша. Нет. Да нифига себе. Мы ладно. Выходим и убиваем. Вот этого бота можно. Выходим, боже убиваем. Мой, что он творит, а? Господи, это как тебе... твой пол, Саня. Иди я сюда. Так, я так даже на ПВЕ не потел, как сейчас потею. Иди отсюда! Секунд, да все, мы уже да выиграли! Раз, раз, пофиг, они не сделали 4 фрага, раз! Все, сосали тебе вообще, сосали тюшки, идите отсюда! Бедный Саня, уволен! Я вижу, как он плачет уже дома! Просто уволен, лоски, уволен! Я же пытался, но за меня этот нищий Арсен! Просто уволен, Миша! Лучше команды изи! Напиши в чат им изи, F4 нажми! То есть тебе не нравится время с нами проводить? А я думал, ты с нами удовольствие получаешь. Ну, с Миша, ну... Смотри, да смотри, вы... смотри, 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 смотри. Да... Серега, ты что, мне прицельный, просто прицельный. Я в шоке вообще, блин. Как вот я с вами... Как... Вот ты педрила ходячая, отвечаю. Как вот, как вот с вами играть? Вы в прицеле сидите, как последний, не знаю кто, блин. И как... Я ему попал вот между ног. Это фазумера, сука. Я в него... О, Миша, титан надел, хорош. Я не в Титане, раншот. Он в Титане, он в Титане. Я не в Титане. Раншот. Просто админы нарушают, защитки. Понятно. Это Мишина игра. Как хочет, так и играет. Он что хочет, то и делает. Да я попал! Как... Блин, я не могу на снайперках играть. Серега, я сейчас на дос дачу. Да, мы сейчас на изи размотаем тут. Я даже не вижу, откуда меня стреляют. Миша, ну твою мать! Ты вообще с прицела выйдешь, алё, с респы, нет? Иди отсюда, Миша, ну просто, ну просто в одного, блин, всех разматывай. Иди отсюда. Блин. Боже, ты что за фазумер, алё? Это реально, кстати, было вообще мощно. Это было отстойно. Ну что ты, Миша, там встал в прицеле, надо играть. На! Хорош, Миша. Блин. А ты убил нет, кого-то? Ты опять? Средний ваншот опять, я тебе отвечал, он что-то это, подрубил. А ты поменял. Нихуя. Нет, Саня, это было мощно, согласись. Бля, чё они творят? Арсен вообще не чувствуется, да? Хорош. Тот в прицеле стоит. Да как обычно, просто игрок. Саня, 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 есть тактика, Саня. Ложись, ложись, Саня. Всё, ложись. Да. Саня. Ах, боже мой. Саня. С бедра стрелять. Саня. Я не с бедра стрелял, алё. Это я разве лучший да? Снайпер в этой вселенной? Миша, хорош. Хорош, хорош. Чё? Ой, подкаты. Миша, пофикси. Да, блядь, я не попадаю. Иди отсюда, шаурмен. Сука, иди в жопу 0-4, блядь. Шаурмен просто прицельный такой... Просто. Шаурмен такой просто бот, это да просто жесть. Да иди в жопу прицельная. Это просто вообще жесть, а таких людей, конечно... Просто, я не знаю, прицельная ходячая. Да блин, ты что в руку мне попал? Иди в жопу просто, вот сам домой. Сам иди в жопу. Просто домой. Миша, давай как-нибудь это... Осторожно, они стоят, ждут, стоят, ждут, стоят, ждут. Так знаешь, это как делается? Лос, готов? Лос, вот ну... Так вот. Я думал, ты на хелпе... Да? Миша, хелпани, хелпани! Да блин, хелпани, ёп... Хорош, все, хорош, хорош, хорош. Тебя... Как он это домой. Делает? Домой, домой. Миша, мы из-за тебя проигрываем. Да домой просто. Он наверху! А, минус фраг. Какой минус фраг? Он прыгал ты... на погрузчике алло, нельзя, алло. Стрем, это чекните, как что Серега делал 2 минуты назад. А как вас еще убивать? Вы профессионалы, блин, этой игры. Ты пешнул, наверх. Ты вышел, кстати, да, новый баг, блин. Просто, короче, прыгаешь, да, и тебя что-то тпшит наверх. Я хз как был. Серег, ты кто кого тащит на дно, я не понял, смотри, я больше тебя уже настрелял. Да ты просто... Ну чёрт, там Арсен в прицеле стоит. Он просто в прицеле они стоит. Они прыгают, алё, они прыгают, лос. Ай, просто... Они просто берут и прыгают, алё.
Не, ладно, пацаны, давайте честно, вот на мужика сейчас чисто от бедра постреляем друг друга. Ага, от бедра, иди в жопу, я знаю твои от бедра. От сука, вот от сука, бедра. Вот я тоже Open Cooper, блин. Он мне такой говорит, Арсен говорит, давай, говорит, не будем в прицеле сидеть. Потом смотрю, всю игру в прицеле сидел, урод. Вот после этого я думаю, бей, блин. Чё, когда это вообще было, блин? Иди отсюда. Он сверху сидит, сверху. Я в тебя попал, сука, тупой пинг в этой игре. Ой, о боже, сейчас на прицеле стоять под респой. Ой, там Арсен. А, нет, это Саня. Саня, хорош вообще, Миша, хорош. Арсен, ну ты серьезно, ты стоишь в какой-то тупой позиции, ты хоть ляжь, не знаю, там под катами подвигайся, ты просто... Да? Хорошо, я сейчас с твоими позициями пойду. Какими позициями ты пойдешь? Играй как играл, сука. Выходите, пацаны, чё вы? Они в спину обошли. Ненормальный фраг был. Что ты меня убиваешь? Что ты, нельзя тырить. На! Арсен на погрузчике, он на погрузчике сидит. Я убил его на погрузчике. Не, на погрузчике еще один сидит. А, вон он лежит, блядь, сука. Ты урод, опять ты верховой, иди в жопу. Домой, с пистолета шел добивать сразу. Домой, просто. Просто этот человек шел с пистолета добивать. Разработчики нарушают правила игры, вот оно. Это просто. Его игра, что хочет, то вообще делает это игру. Ой, Саня, ты сейчас пофигел, какой фраг я тебе дал, блин, красивый. Капец. Саня, ну выходи, что ты в прицеле сел? Спрыгнешь сверху, нет? Алло, Вася. Что за дичь? Черт! Блин, да я же за стену! Я ушел за стену! Домой. Шаурмен, конечно. Тебе показать дорогу домой? Ой, блях. Не, Миша потеет, вообще видно прям. А ты зато длиннище. Прям вообще потеет. Ну я плохо играю вот так вот. За ФК бы только не вылететь. Чиф! Сосать! Не, ну Саня, конечно, вот в этих моментах, конечно, ну вообще профессионал. Вообще не поспоришь. Ну, Миша, ну как? Блядь, ёбаный блядь! Серьёзно? Красавчик вообще, блин. В контратаке? Чё? Ну, в контратаке можно пистолет налёт. Не, говно вопрос. Вообще говно вопрос. Он слева стоит, да, опять прицелит? Как всегда. Это сильно не фазумит, на самом деле. Конечно, не фазумит. А вот ты чё, выстрел, Саня, выстрел, Саня, а ты чё, на опенкапе фазуми, что ли? Вот это рафлян. Нашёлся фазумер, number one. 17-11 против ребят победителя опенкапа и самого лучшего игрока на планете, это Арсена, это все знают. Да как вы задрали? Вот сука, как он достал? Ты бустишь меня. Сиди там в угол. Я в него попал, понимаешь, Миша, просто пуля не долетает до него. Просто пуля не успевает долететь. Пуля мгновенно летит, у нас нет времени полет пули. Да, блядь, что? Миша! Сука! Эй, не вставай, ну по-братски, да пошел ты надо! Пошел ты нахер! Урод ебаный. Ой, я что-то от ТП-шивает. Ой, Саня. Они слева обходят! А, Саня. Это Альпина, это такой говнище. Что за пистолеты, алё? Мишаня, блядь, сейчас хорош, монитор разобью, отвечаю просто. Хорош. Я у Сереги научился. Вы гоните на снопах пистолеты юзать? Откуда ты вообще попал в меня? Домой. Я тебя прикрыл, блин. Спасибо. Ты встал? Успел бежать? Я убежал уже. Вообще хорош, видишь? Ты меня бесполезным называешь. Я такого не говорил никогда. Да твою мать, такой пиксель выцелил, прям лоскил на опенкапе. Они гранаты кидают, слышишь это я, все? Я не кидал гранату. Сука. Это в смысле, это ты гранату кидаешь, а шаурмен, сука? Я не кидал гранату. Да я даже не вижу его, как он меня стреляет. Ну это игра такая. Я такой. Это типа... А, профессионал. Знаешь, типа такая... Вот эта шутка зашла, да? Да. Это не я такая, это игра такая. Лежат на центре, лежит. Ой, твою мать, профессионал! Никуда полез! Домой! Ой. Миша, кстати, когда пофиксит вот эту тему, типа, пробил... Не, его с писта добивай, не... Хорош! Он просто... Ой, прицельный! Типа пробил... Серега, все очень подно, слышишь, 4 фрага всего, может, не будем рисковать, да? Все, давай не будем рисковать, согласен. Блядь, стой!
Тебя не видно было! Тебе реально не было видно. Тиша, это гон. Это не игра, это... Да отвалите, куда вы там с СЗшки стрелять, вы охренели? Серега, фрага, все, я сижу на респе, я да все, не сука, бичиган ебаный. Не сы, не сы, братан. Фрага, он в прицеле сидит, Саня в прицеле сидит. Я в прицеле. Он справа притыки, он в притыки справа. БЛЯАА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  Он... Сука! Да чё за дичь, зачем вы пистолеты юзаете? Так ты пробежал через это. Я просто ненавижу, что они делают, твоё. Серега, все, мы выиграли. 4 фрага. Просто, да идите вы в жопу, они выиграли просто. Да. Гулан выиграли, ну конечно, блядь. Помоги! Саня, долби их, блядь. Я не пойду туда. Да все, 6 фрагов, забей. Взрывай. Они просто сосали эти дела. Смотри, просто не начали крысить. Они поняли, что все, батьки сейчас выиграют их. Они разу треску, Серег. Просто пистолетный герой. Я ебал твой рот. Аж водород. Г кислород. Что, блядь, углерод? Я ебал твой рот. Слушай, пацаны, ну я не знаю, блин, лос, ну. Какой, ну чё, пистолеты? Блин, я не знаю, о чем вообще говорить с этими людьми. Как ты лан выиграл? Как вообще? Не знаю, да это его пробусили. Вот Телч, если бы сейчас тут был, то такого не было. Просто забусили, то такого бы не было, просто не было. А мы, кстати, вас на всех классах выиграли, считаю. Смысла нету, как бы на эти классы играть так чисто, чтобы вас унизить еще больше. Победители Open Cup и все остальное. Да, сейчас ты подожди. Настя. Слушай, Миша, а почему дробовик 87-го года ваншотит лучше, чем почти все оружие Warface? Не знаю. Это специально, типа, фишка такая, да? А почему бы нет? У нас и Мосинка ваншотит лучше, чем, я не знаю, Альпина, наверное. Не, Альпина вообще четкая, вообще не говори ничего не Альпина. Да, а четкое оружие. И что ты изи, да, Лос? Что-то сосо Павляшвили мы с тобой. Лос. Куда ты его резаешь? Убивай, Миша, скорее, двоих делай, я давай. Я убил. Да твоих надо. Я второго побоялся идти, он там может уже стоять. Ррр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 rr Хорош. Давай, ему полный крест дают, ты его добиваешь. Хорош, все, бля, Миша. Иди в жопу. И все будут думать, что ты хорошо играешь. Я просто полный крест, ты добиваешь, понял? Да. А ты с золотым, слышь? Тебе жирно не будет золотым? Ты он такой же, Арсен. Ну куда ты, блин, резаешься? Ну мы ж не выиграем так, Миша. Ну они резают, ну я не знаю, что делать. Идет. А ты чё? А, Саня, ты без перевертыша, что ли, играешь? Я думал, ты тоже с ним будешь играть. Не, его нету, по-моему. Не, Миша, это хана. А чем он играет, Алё? Он прыгает за ящиком. Не надо, Арсен. А, это дедовский вот этот. Арсен, ты просто... Я ебал в рот тебя, бот ебаный. Ты просто лох, сука. Ты жопу, дебил. Стал же еще, мы прыгаем. Ты такой бот, просто капец. Право. А их тут двое, Миша! Сань, быстрей! Ну ты гонишь, быстрей! Не резать, алё! Хорош! Резать нельзя! Ты понял, слышь? Да они вообще офигели. Ты понял, сейчас у тебя больше не будет аккаунта в игре. Справа, брат, справа. Что ты через стену убиваешь меня? Ну это нечестно. Они, да не, Миша, они наступа, вот знаешь, вот так только могут выиграть, с нарушениями. А, они без нарушений нас не могут выиграть. Да, мы чисто. Да. Потому что мы чисто сила, мы чисто. Резай меня! Быстрее! Ой, они без не могут без нарушений, только по центру. Блять, дебилы! Ну Миша! В предыдущую катку играли, блядь, с пистолетом на снайперах. Каких вообще правил вы говорите, блядь? В смысле, ты вообще охренел этого? Нечестно вообще было, блин. В смысле, братан, ты и 5 минут назад юзал пистолеты на снайперах. Ну это нечестно, Миша, я считаю. Тут нужно Таурсус брать. Офигели. Так он вообще ничего не даст. А, у меня Сиксаур вообще. Сука, ВХ. Назови видос у Михаила Хаймзона ВХ. Вот да это я знал, что там лежишь. Они резаются, слушай, это пипец какой. Да вообще офигели, блин. Как вот с такими, да, блин, какая играют? Какая разница, с каким счетом вас разносить? Справа. Да где ты крысишь, Сань? И он, смотри, он еще резает.
Ой, блин. Садил, где 10 фрагов уже ушли, это пипец. Бля! Где ты гон? Блин, да нормально. Надо вдвоем бегать, надо вдвоем бегать, изи, чтобы размениваться. Изи. Это только так работает, конечно. Ну все, пацан подрубил свою игру. Где хер весать, сука, вообще охренели, блин. Просто идите в жопу, вот опять пистолеты начали юзать. До свидания. Миша, да... Да вы крысы, вы лежите только, вот вы... Давай, Миша, резай. Ой, бля. Почему по нему микрокрест, объясните мне. Да у тебя всегда микрокрест, ты просто играть не умеешь. О, Серег, мы догоняем их почти. У меня урон не проходит, блин. Блин! Ой. Чё-то изи, без, да, золотые, Саня, вообще чистые, прям? Саня, мне кажется ли это было изи? Ну да, так. Ладно. Вот смотри, они лежат, они лежат, они боятся нас выйти. Пистолетный герой, иди в жопу. Да я афкашил, уйди отсюда. Слева. Это лагало, братан. Ну Миша, ну убей ты его, ну серьезно. Блин, на центре. Что вы стреляете? Герой, я не понимаю. Красавчик, что красавчик. Дай 5. Что за оружие такое добавили, оно стреляет херово так. О, не проверила. А я ему броню всю снял, слева, чувак. Слева, он слева. Я не буду его пушить, он его резать будет. Ах вы умные, сукины сыны, конечно. Да вот ты подожди, да, блин. Да, вот так вот, просто я изи. Я не хочу с этими пухами играть, это нечестно. Они на один херовые. Вообще не поспоришь. А так типа вообще офигенные. Я ему полный крест дал. Этот резать будет быстрее. Это херня, а играть. Нет, не успеет, это херня, нельзя играть. Да блин, ты ж... Ай, блин, я лох, надо было не резаться, Саня. Блин, не ваншот дал. Даже по мне даже не попал. Вот даун просто, 4-12 этим дауном, или с пистолетом просто. А чё ж ты гранатомет не заюзал? Попросил бы, граник бы юзал. Это у Миши надо просить, у него нет такого оружия нету. Кто мне фул крест дал? Где этот тысяч? Что за бред? Убери ты говно! Сань, подбери. Это невозможно, блин. Не, эта пуха не работает в дуэли. Она для дуэли плохая. Тебе говорю, вообще плохая. Она то ваншотит, то нет, блин. Сделали какое-то оружие, блин, непонятное. Оружие нормальное, просто оно не подходит для этих ситуаций. Вот, Сань, ты знаешь. Резай меня. А, подожди, стоп. Я такси вызываю. Такси до первой лиги. Смешно, блин. Сейчас в РК, пацаны, зайду. Чувака, идем. Максим, я предлагаю посидеть на месте. Да, кстати, тактика хорошая. Справа. Он с пистолета стреляет, Миша. Не. Даун еще просто. Да не хватает скорострела, чтобы играть. Серега, можно я перезайду с другой пухой? Нет. Ну как нет? Тогда дай мне, убей лоса, я хочу его пуху. Ща убью, погоди. Зачем я не того? Сделал? Убей в спину, Миша, все, резай меня, блин, быстрее! Ну, Миша, давай, ну... Кидай, ходи туда. Че, гранты, блин, кидают, вообще офигели, блин. Да камон, что это за дальность вообще у дробовика, блин? Ладно, оглушка изменит. Где второй ходить? Спина! Бля, ой, как же они спину заплатили? Серег, 4 фрага, давай. Бля, чё за днище? Сань, не тот прицел, кстати, поставил. У него есть родной прицел, он круче. Блять, просто идите нахуй, оба. Всё, ничья, Серёг. Какая ничья, алё? Ничья? Да? У него 4 гранаты, блять, он это едим 4 гранатами, может еще 2 ничьи добить вам. Серёг, помоги. Просто до свидания. Вообще красавчик. Все, уходим. Серега, я сейчас сломаю. Все, уходим, давай. Сломают. Давай ливнем просто и все, скрин готов, как бы, зачем остальное нужно? Это моя.
Справки. Полный крест, да. Как так? Так, Серег, на респе сидим? Минуту всего надо продержаться. Да камон, один фраг, не надо позориться. Нет. Мы проиграем. Я не могу, этот дебил с пистолета будет стрелять. Миша, главное не подпускай к себе и все. Офигеть, тактика. На. Хорош, все. Пиздец, вы крысы все такие. Это в центре вроде. Ну как ты это делаешь? Что за бред? Он у тебя, прям в центре у тебя, да. Хорош. Сука! Не вставай! Я бреснул, зачем ты встал? Да не знал, что ты резнешь. Вера, хорош! Братан, давай потеряй. Резай! Хае туда кидается, хае. Все, красавчик. Теперь все, сидим просто, знаешь, как тактики. Три фрага, чувак, мы на три фрага выиграем. При том, что они нарушают и резаются, как бомжи. Какие нарушают, алё? Ну как он через стену? Он через стену убивает. Хорош, резай. Ну все, пацаны, это габелла, как бы. Вы от габеллины, поздравляю вас. Не туда гранту немножко кидаешь, ну да ладно. А вначале отрывались. Да, да. Вас, вы реально бомжи. Да вообще, блядь, респовые просто нахуй. Да, ай, Серега, ты... с меня заходит. Не, лечится. Научитесь, блядь, научитесь на респе сидеть, пожалуйста. У него 4 гранаты, это бесполезно с ним. Они сидят на респе просто, я к ним на респу зашел. Алло, оно на респе стоит. Отдыхай. Я сыграл в плюс против чемпиона Open Cup, выиграл катку, все нормально, я пошел, до свидания. Просто до свидания. Миша, нужно как бы, нужно молодых людей попросить поставить мне 50 тысяч лайков, давай. Поставьте как бы ему 50 тысяч лайков, я приду на стрим, побрею голову, давай. Все это слышали. Все, я пошел, давайте, пока. Все, пацаны, мы доказали, что мы с Михаилом Хаймзоной являемся победителями всех абсолютно Open Cup'ов, потому что мы выиграли. Чемпиона, капитана команды во всех картах. Нам надо слышать, нам надо поиграть против Лоса, ну, и хоть кого-то надо, там из их состава. Надо, вам надо походу в отеле в Мариот вместе пожить там, вместе вы на одной кровати поспали еще. Вот видишь, Миша, они в пятером на одной кровати лежат. Миш, шуточки, типа, они обиделись, что мы лучше них играем, уже начинают шутить, подкалывать нас, ну как бы победители. Цифры не врут, Лос, цифры не врут. Да. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки в описании. Пока.